46-летняя экс-солистка группы «Блестящих» ответила на критику хейтеров. Под раздачу попала подписчица ее соцсети, которая не дает покоя то, как Ольга обращается к своей 10-месячной дочери. «Почему вы всегда дочку называете Анюта, а не доченька?» — поинтересовалась подписчица. Артистка не поленилась ответить: «Потому что мою доченьку зовут Анюта. И мне очень нравится ее имя. А если вы назвали свою дочку именем, которое вам не нравится, то тогда называйте доченька. Отличный выход из ситуации. Когда же прекратятся эти вопросы?» — возмутилась Ольга. Более того, артистка призналась, что и старшего сына Артема от отношений с бизнесменом Александром Кармановым тоже нечасто называет сыночком. «Хуже того, мы с Артемом друг друга называем на «вы» и по имени-отчеству. Так что тут вообще запущенный случай», — съязвила звезда. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.